Еще четверым народным депутатам придется поговорить в ближайшее время со следователями Генеральной прокуратуры. На разговор пригласили лидера радикалов Олега Ляшко, его однопартийца Андрея Лозового, а также нардепа от Народного фронта Андрея Левуса и внефракционного депутата Андрея Белецкого. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Олег Ляшко. Повестка датирована 6 марта, и в ней указано, что депутатов вызывают в качестве свидетелей. Пресс-секретарь генпрокурора в эфире одного из телеканалов заявила, что причина допроса проста. ГПУ просто проверит, заплатили ли нардепы налоги с тех наличных сумм, которые они указали в электронных декларациях. Точную дату допроса пока не озвучивали. Допрос Ляшко, Лозового, Левуса и Белецкого – это только первый шаг после заполнения электронных деклараций. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Сергей Каплин. Он убежден, что Олега Ляшко вызвали в ГПУ, поскольку правоохранителей могла заинтересовать квартира депутата, которая находится на одной площадке с жильем главы МВД Авакова, и миллионы, указанные в декларации. А в связи с этим, предполагает Каплин, Ляшко необходимо спасать свое амплуа патриота и лидеру радикалов выгодно. Выгодно намекать, что власть давит на националистов, а сам Ляшко – это главная мишень. Но здесь есть еще одна подоплека, а именно создание коалиции на троих – БПП, радикалы и фронтовики. Переход радикалов в эту коалицию как раз и будет камуфлироваться псевдорасследованием, подытожил Каплин свою версию.